Накануне муфтий Дагестана шейх Ахмадов Анди встретился с врачами-онкологами высшей категории. Поводом для встречи послужило открытие отделения химиотерапии и диагностики на базе 3-й городской больницы. По словам специалистов, за счет своевременной диагностики удастся выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, чтобы вовремя начать квалифицированное лечение и, соответственно, снизить смертность от злокачественных новообразований. Подобные отделения открывают перспективы для лечения онкологических заболеваний и оказания медицинской помощи пациентам на новом уровне.